Новоселье на Карла Маркса, 68. Здесь свои двери открывает уютное паркинг-кафе. Для гостей работает зал внутри и летняя терраса. В меню свежий квас, прохладительные напитки, соки, выпечка и вкуснейший кофе итальянской обжарки. Ваш кофе, пожалуйста. Удивляет и интерьер. На стенах креативные цитаты и картины. Если вы хотите заглянуть в будущее, то нужно вытянуть необычное предсказание из конверта. Может и не сбудется, но настроение поднимет точно. Есть и колокол желаний. Он находится у входа и уже стал настоящей визитной карточкой заведения. Рядом платная парковка, которая пестрит веселыми дорожными знаками. Для тех, кто припарковался у нас на парковке, выдается талончик на скидку на любой кофе. В ближайшее время у нас откроется дополнительный услуга по подкачке колес и автопылесос, чтобы водителям было удобно устранять любые свои проблемы на месте. Для легковушки и мотоцикла час парковки стоит 1,80 рубль, автобуса 2,40. Каждый следующий еще плюс 60 копеек. Территория под охраной, есть туалет. Здесь оборудована и зона для домашних животных. 3 места с навесом и крюком для поводка. Плюс миска, которую сотрудники без проблем наполнят свежей водой. Так что за питомца можно не переживать. В скором времени здесь появится крытая стоянка и места для велосипедов. Но уже сейчас в паркинг-кафе готовы принять и обслужить бобруйчан и гостей города. Напомним, всех желающих ждут по адресу Карла Маркса, 68. Время работы из 9 до 18 часов, без перерывов. Выходной – понедельник. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.